середине дня в пятницу центр города в районе улицы 10 августа оцепили сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных служб. Проход к одному из торгово-офисных зданий закрыли. Кроме того, было остановлено движение общественного и личного транспорта. Говорят, в целях предотвращения опасных происшествий нам нельзя ходить. А можете объяснить, что случилось? Подозрение на взрывное устройство. Предмет, который вызвал подозрение у сотрудников офисного здания – массивная черная коробка, оставленная возле входной двери. На место оперативно прибыли специалисты с собаками, чтобы проверить сомнительный предмет. После к делу подключились саперы. Сегодня в 14:35 из дежурной части УМВД России по Ивановской области поступило сообщение о том, что около дома 36А по улице Советского областного центра найдена бесхозная пенопластовая коробка с торчащими из нее проводами. Целью исследования находки на место были направлены специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Ивановской области. При этом сотрудники полиции совместно с росгвардейцами производили эвакуацию жителей соседних квартир и из офисов. К счастью, подозрения не оправдались, никакой опасности объект не представлял. Кто именно, а главное, с какими намерениями оставил коробку с проводами в центре города, еще предстоит выяснить. В этом районе довольно много камер наружного наблюдения. Проблем с идентификацией быть, по-видимому, не должно. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.